Что ж, мы переходим к пункту Г на наших слайдах. Формулировка доктрины о Троице. И спор о Филиокве – это еще одна пропасть, разделяющая Запад и Восток, Западную и Восточную Церковь. И более того, есть историки, которые предполагают, что это самая большая пропасть, которая не позволяет Восточной и Западной Церкви объединиться. Что ж, хорошо, мы с вами рассмотрели библейские тексты о Троице, мы посмотрели на историю формирования этой доктрины, но как мы должны сформулировать доктрину о Троице? И я предлагаю здесь путь из шести утверждений. Первое, что ясно видно из библейских текстов, существует только один Бог. Мы уже с вами разбирали тексты Писания, которые об этом говорят. Я не вижу нужды сейчас вновь их повторять. Второе, что мы можем сказать, одна божественная сущность, или, если вы предпочитаете термин «усия», явлена в трех различных личностях или ипостасях. И слово «ипостась» — это как раз греческое слово, которая означает «личность». Термин «просопой» — это уже латинское слово, но оно также означает «личность». Что ж, можем ли мы верить в это, считать это утверждение истинным? Что ж, мы с вами уже рассмотрели многочисленные свидетельства, подразумевающие множественность божества, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Существует одна божественная сущность, но три божественные личности. Каждая личность — это Бог. Что ж, идем далее. Третье утверждение. Мы можем сказать, что три личности — ипостаси, просопой, соединяются в одной божественной природе, существуют одновременно друг с другом, как отдельные сущности или личности. Итак, мы утверждаем, что есть одна божественная сущность, только одна. Но мы также утверждаем, что существует три божественные личности. Но вот это третье утверждение, оно призвано защитить нас от модализма. Все эти три личности существуют одновременно. Если верить в модализм, то это утверждение следует отвергнуть. Четвертое. На основании всего вышесказанного мы можем также сказать, что Отец, Сын и Святой Дух равны онтологически. И здесь мы имеем в виду то, что все они обладают одной божественной природой. То есть каждый из них — это Бог во всей полноте. Нет никакой онтологической иерархии, подчиненности в божестве. Нельзя сказать, что Сын — это меньший Бог, чем Отец, или Дух Святой — меньший Бог, чем Отец. Все они в действительности онтологически одинаковы в своей божественности. Что ж, идем далее. Существует отличие между онтологической или имманентной Троицей с одной стороны и экономической Троицей с другой. Понятие онтологическая или имманентная Троица используется, когда речь идет о внутренних взаимоотношениях внутри Божества между тремя личностями Троицы. Речь не идет о функциях каждой личности Троицы в этом мире. Речь идет только о внутренних взаимоотношениях друг с другом. С другой стороны, понятие «экономическая Троица» используется в том случае,
когда речь идет о функциях каждой личности Троицы в этом мире, о тех делах, которые совершает каждая личность Троицы. И так далее, шестое утверждение. И вот мы, наконец, подошли к спору о филиокве. Что касается онтологической Троицы, то Церковь исторически утверждала о том, что Сын извечно рожденный, а Дух извечно исходящий от Отца. И некоторые добавляют «и от Сына». И дальше идет мой комментарий. Эти утверждения неоднозначны. В чем же суть спора о филиокве? Филиокве по-латински означает «и от Сына». Но что же под этим имеется в виду? Что ж, в Никее, на Никейском соборе, а также и на других церковных соборах, богословы того времени обсуждали взаимоотношения между личностями Троицы и рассматривались отношения не только Отца и Сына, но и Отца и Святого Духа, а также и Сына и Святого Духа. И здесь Церковь разделилась. Однозначно было принято то, что Сын единородный от Отца. Насчет этого не было споров. Но также шла речь о том, что и Дух Святой исходит от Отца. Но вот когда некоторые представители церкви, и именно Западной церкви, увидели это решение собора, то они посчитали, что есть проблема в том, чтобы говорить, что Дух исходит только от Отца. Разве неправильно будет добавить, что Дух Святой также исходит и от Сына? И они добавили эти слова «и от Сына», по-латински «филиокве», тем самым изменив формулировку решения собора, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына. Что ж, все это может показаться вам простым и понятным, и какие могут быть насчет этого споры. Но у другой части церкви, у восточной части, все это вызвало беспокойство. Но что же так обеспокоило восточную часть церкви? Они хотели сохранить представление о том, что в Троице есть единственный источник всего, и этот источник — Бог Отец. Если вы скажете, что Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына, от них обоих, то получается два источника внутри Троицы. И в их представлении это все было похоже на умножение сущностей Бога. И на Востоке сказали: «Нет, мы не принимаем добавление филиоква. Мы полагаем, что Дух исходит от Отца, точка, и к этому нельзя ничего добавить». Но западные отцы сказали: «Подождите-ка, разве нет в Писании текстов, в которых Иисус обещает послать Духа Святого, когда Его не будет на земле?» Да, Он добавил, что Отец пошлет Духа. Но Иисус в Евангелии от Иоанна в 14-16 главах ясно показал, что Он также участвует в этом процессе. И Западная Церковь со своей стороны обеспокоилась тем, что если сказать, что Дух исходит только от Отца, то тем самым подразумевается, что божественность Христа, Сына, меньше, менее значимой,
чем божественность Отца. Поэтому Западная Церковь продолжала настаивать на том, что необходимо добавить, что Дух исходит от Отца и от Сына, Филиокве. Но давайте все-таки посмотрим, о чем же идет спор между этими двумя сторонами. Что ж, спор в конечном итоге, как вы понимаете, идет о вечном зарождении Сына, а также об извечном исхождении Святого Духа. И споры по поводу этих двух доктрин ведутся в христианстве уже долгое-долгое время. Я думаю, вы встретите немало и сегодня людей, придерживающихся различных точек зрения. Но вопрос вот в чем. Что же означает извечное рождение Сына? И что же означает извечное исхождение Святого Духа? Есть одна история, очень давняя история, и наибольший акцент в ней делается на извечном зарождении Сына. И здесь церковь всего лишь пыталась сохранить тот библейский язык, библейское описание Христа как единственного единородного Сына Божьего. Ведь мы читаем в Библии, что Иисус — это единородный Сын Божий. И также мы читаем о том, что Сын посылает Святого Духа, который исходит от Отца. Но что же тогда означает извечное рождение Сына? Означает ли, что Сын был сотворен? Нет, мы не можем идти в этом направлении. Ведь тогда мы придем ни к чему иному, как к арианству. Мы должны избежать всякого намека на воспроизведение, сотворение. Но нам сделать это непросто, потому что именно такие образы возникают у нас, когда мы говорим о рождении кого-то. Именно так происходит у людей, у животных. Но понимаем, что у Бога все не так. Если мы будем таким образом понимать извечное рождение Сына, то мы сделаем его лишь творением, но это мы принять никак не можем. Но что же тогда точно имеется в виду, когда говорится, что Иисус был рожден прежде всякой твари, что Он единородный Сын Божий? Что же тогда означает извечное рождение Сына? Что ж, богословы и церковь считают так. Отец разделил с Ним свою природу, божественную природу Сына. Он разделил с Сыном свою божественную природу, божественную сущность. Но когда же это могло произойти? Потому что представляется, что был период существования Бога, когда этого не было. Был момент до разделения своей сущности с Сыном. Но ведь тогда получается, что Иисус сотворен, но мы никак не можем идти в этом направлении. Поэтому рождение Сына должно быть извечным. И включая слово «извечный», никто не намеревался затрагивать вопрос о том, является ли это извечность вне времени или во времени. Суть совсем не в этом. Суть использования слова «извечный» вот в чем. Разделение божественной сущности Отца с Сыном было всегда. У этого не было начала, не было момента до этого разделения, и, понятно, это разделение будет всегда. Что ж, подумайте, есть ли во всем этом смысл? Если так было всегда, и что еще примечательно, Отец и Сын равны в своей божественности.
Как можно разделить с сыном то, что он уже имеет, причем имел это всегда? Ибо иначе был бы момент времени, когда-то давно в истории, когда либо он не существовал вообще, либо не был Богом, а сейчас он Бог. Чему я все это говорю? Я хочу сказать о том, что если внимательно вникнуть в то объяснение, которое прилагается для извечного рождения сына, то в нем нет смысла. Что ж, давайте теперь обратимся к извечному исхождению Святого Духа. Что ж, это следует понимать вкупе с извечным рождением Сына, что Отец разделяет со Святым Духом божественную сущность. Тогда Святой Дух получается сотворенным существом. Нет. Речь идет об извечном исхождении. Но как можно делиться с кем-то тем, что у него уже есть, причем было всегда? В этом тоже нет смысла. И вдобавок ко всему этому, западные богословы ко всему этому хотели добавить, что Дух Святой исходит не только от Отца, но еще и от Сына. А восточные богословы настаивали на том, что Дух Святой исходит только от Отца. И получился раскол. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но разве не пытаются люди, предложившие все это, просто объяснить библейские тексты? Да, пытаются. Но что мы читаем в текстах Библии, и что они на самом деле означают? Есть один библейский текст, записанный в Евангелии от Иоанна, где говорится о том, что Иисус Христос пошлет Духа, который исходит от Отца. Но подождите-ка минутку. Неужели мы должны верить в то, что апостол Иоанн, когда он записывал слова, сказанные Иисусом, чтобы мы на основании записанного им узнали не только о том, что Отец пошлет Духа, но также и эту техническую, метафизическую доктрину об извечном исхождении? Это очень маловероятно. Но это единственный текст, в котором делается намек на извечное исхождение Духа от Отца. Вы можете сказать, ну хорошо, но есть же тексты, где говорится о том, что Христос, единородный Сын Божий, рожден от Отца. И мы должны как-то их объяснить. Скажем, текст, в котором записано, что Он рожденный прежде всякой твари. Но вот это как раз тот момент, в котором нам очень могут помочь лингвистические исследования, проведенные в 20 веке. Термин «единородный» происходит от двух греческих слов «манас», и на протяжении веков люди полагали, что часть слова «родный» происходит от греческого слова «генао», «рожденный». Это распространенное греческое слово, которое означает «родить». Иисус, к примеру, говорит Никодиму: «Должно вам родиться свыше». И он использует именно это слово. И люди на протяжении веков считали, что именно эти два корня лежат в основе слова «единородный». В разных библейских текстах, где говорится о Христе как о единородном Сыне Божьем. А если есть намек на то, что Иисус рожденный, то надо вести доктрину об извечном рождении от Отца и затем углубиться во все эти объяснения, что это означает и что имеется в виду.
Но вот лингвисты в 20 веке сделали одно очень важное открытие, что слова, которые лежат в основе греческого слова «моногенея», это греческое слово, которое переводится у нас как «единородный», это не слова «монос» и «генао», но «монос» и «генос». А что означает греческое слово «генос»? Тип или вид. Это греческое слово, от которого произошло научное понятие «гены», которое используют ученые. И что тогда означает это слово «единородный»? Имеет ли оно какое-либо отношение к рождению, к появлению? Нет. Это слово означает того же вида. И уж, конечно, Иисус Христос того же вида, что и Бог Отец. Но здесь нет даже намека на то, что Он был рожден, пускай даже извечно рожден от Отца. Ух ты! Тогда, как представляется, не остается никаких библейских оснований для вот этой вот доктрины об извечном рождении Сына. Но подождите минутку. Разве апостол Павел в послании к Колоссянам не называет Христа рожденным прежде всякой твари, используя при этом греческое слово «прототокос»? Я сейчас проверю, что я правильно его для вас написал на доске. Да, все правильно. Но разве этот текст не подразумевает необходимости какого-то рождения или появления? Совсем не обязательно. И хотя это слово может означать «первородный», обычно это слово использовали, когда говорили о старшем сыне в семье, все-таки при этом это слово может также иметь и другое значение, а именно превосходный, превосходный над всем другим творением. Поэтому не совсем ясно, что когда Павел писал о Христе прототокос, он каким-то образом подразумевал извечное рождение Христа или какое-либо другое рождение. Он мог всего лишь подразумевать то, что Христос превосходит все остальное творение, с чем мы все с вами легко согласимся. Но, быть может, что слово «прототокос» было переведено как «рожденный», потому что слово «моногенез» понималось как «единородный». Но ведь это не так. Это слово, как мы уже сказали, происходит от слов «манос» и «генос» — одного вида. Поэтому доктрина об извечном рождении Сына и об извечном исхождении Отца, хотя долгое время царившая в христианстве, в христианском богословии, как я здесь написал для вас, весьма неоднозначно, весьма спорно. И я лично считаю, что она неверна. Но знаете, что это означает? И очень грустно об этом говорить. Потому что историки говорят нам о том, что самое непреодолимое препятствие на пути примирения Восточной и Западной Церкви — это спор о Филиоку. Исходит Святой Дух только от Отца или от Отца и от Сына? Но если вообще нет никакой доктрины об исхождении Святого Духа или об извечном рождении Сына, если вообще нет никакой доктрины на этот счет, которую можно подтвердить библейскими и которую следует принимать христианам, то очень грустно из-за того, что два основных крыла христианской церкви
разделились из-за спора о несуществующей доктрине. И это правда грустно. И точно так же грустно читать о том, что западные богословы считали восточных богословов еретиками за употребление слова «хомо» и «усия», не сознавая, что те ведут речь совсем об ином, а о том, равны ли личности Троицы в своей божественности или нет. И грустно, что восточные богословы неправильно понимали западных, считая их еретиками, не сознавая, что когда те использовали слово «homo usia», они не говорили о том, сколько существует божественных сущностей. И становится ясно, что у сатаны был когда-то хороший день, когда он смог спровоцировать такое разделение в христианстве. Хотя при этом и с той, и с другой стороны люди просто хотели понять, что же означает Божье Слово, и повиноваться Ему. И я думаю и надеюсь, что это, во всяком случае, одна из причин, почему вы пришли учиться в семинарию. И вы не стремитесь разжигать споры, основываясь на ложных представлениях. И для того, чтобы избегать подобных споров, очень важно, прежде чем попытаться ответить на чью-то точку зрения, противостать ей, особенно когда касается людей, которым вы служите, и уж точно прежде, чем вы решитесь на раскол в церкви по поводу какой-то доктрины, убедиться в том, что то представление, которое вы отстаиваете и хотите, чтобы ему следовали, на самом деле библейское. И что вы не становитесь жертвой сатаны, пытающегося произвести раскол, разногласия в церкви, среди христиан. Сатана не ведет открытый бой, честный бой. И даже те люди, которые занимаются богословием, пытаются понять Библию, даже их может запутать сатана и через них нанести урон церкви, нанести вред делу Божьему. И это напоминание нам, что мы постоянно должны быть начеку, чтобы не попасть в западню, и среди нас нет никого, кого бы потенциально сатана не мог бы обмануть. Скажу больше, если мы думаем, что сатана не может нас обмануть, мы уже обмануты. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.